Я не знаю, песня достаточно хорошая, Газманов ее хорошо поет. Очевидно, идет чистка от подрядов, которые исполняли пиарщики Лужкова. И новые пиарщики хотят новые бюджеты, новые подряды и новые концепты. Вот и все. Это не вписывается в представление господина Капкова об образе и имидже Москвы. Каждый стилист имеет право на свою прическу.